время бомб. Самка дает понять своему партнеру, что пора подумать о потомстве. Благоприятный период длится всего несколько дней. Если все прошло успешно, через 50 дней на свет появятся малыши. Горячее дыхание Камчатки особенно ощутимо в Куранском заповеднике. В мистическом месте, на линии Дезина. Шипят, извергают фонтаны кипящей воды, сотни дезинов и термальных источников. Вода нагревается в подземных резервуарах, и давление неудержимо растет. И вот миллионы тонких струй